Итак, то первый у нас идет, если вы помните, Анкас. Первый у нас идет ДК Анкас. Вот таким образом это оно как-нибудь сейчас встану здесь, чтобы не мешать, что-то тут не очень удобно. Вот, может, в углу как-нибудь вот так вот. Опа, 50 рублей. Сейчас у нас там все прогрузятся, все паролят. Секунду. Ага, у нас то же самое. Спасибо большое, я не смогу прочесть твой ник, 50 рублей. Спасибо за 50 рублей, тут еще песня про орков, сейчас мы ее поставим. Это сделаю потише. А это не специально, это первая попытка по ВОВ. Нет, просто дело в том, что у меня на канале больше всего именно дуэльных, чем... У нас ДХ первый, Джензер. Ага, у нас Анка, ДКшник. Сабуха не кривил, это трал свистит. Какой же я видел? А, у нас Джейнзар, смотрите, у нас в пати Альянса сейчас находится Джейнзар. Григореза вижу, Shadow Prank. Окей, начинается дуэль Джейнзара с Анкасом. Ну, как обычно, ДК, если он выходит первый, он прокает на какого-нибудь Демон Хантера. То есть это такая стабильная ситуация, всегда так происходит. Конечно, сложно будет Анкасу против Джейнзара, хотя бы... Даже просто в силу его класса будет тяжело. Итак, находится под блером Джейнзар. Анкас его кайтит, хотя Анкас... Ну, вот он только что закончились фулы, только что закончился голем у нашего рыцаря смерти. Догоняет его, догоняет Джейнзар. Пошел взгляд. Мало хп уже у Анкаса, мало хп у Анкаса. Зелень отдается Анкасом, гриппает обратно Джейнзара и нажимается взлет рыцарем, нажимается взлет Демон Хантером, и Гашинг доедает Анкаса. Теперь у нас будет Демон Хантер на Демон Хантера, Альфаера на Джейнзара. Вот Альфаера на Джейнзара. Пошел опен, началась дуэль, так скажем. Фуловая мета от Джейнзара закрывается тут же станом. Теперь фуловая, вообще короткая мета от Альфаера. Я вижу, что танковскую тринку использует Джейнзар. Он, конечно, на турнире участвует с танковской тринкой, но, собственно, я тоже. В этом ничего удивительного нет. А стан по Альфаере. Просто топ-10 аниме битв. Это одно из первых мест. Вы можете наблюдать. Можете наблюдать одно из первых мест в топе аниме битв. В клетку простоял Джейнзар. Стан по Альфаере. Ну, сейчас у нас проседает Альфаера все-таки побольше. В Даркнессе находится Джейнзар. Альфаера довольно сильно просевший. Уходит за столб от взлета. 150 тысяч хп у Альфаера. У Джейнзара фулл столб. Так, это у нас... Ага, так, закончилось, да? Что так внезапно закончилось? Спасибо большое за музыку. Так, дуэль продолжается. Теперь уже взлет от Альфаеры. Уходит Джейнзар. Нажимает просто, нажимает. Его выбивает Гашинг. Его убивает обратно Гашинг. Прокает оберег, который пуржится и добивается. И добивается Альфаера. Окей, у нас выходит Амида. У нас выходит Мефисто на своем друиде. Ну, пресс F за друида. Просто пресс-эф за друида, потому что, конечно, да. Что-то там нажимает фулы, нажимает бар-скин Амида. Но я смеюсь, на самом деле дело просто в том, что друиды очень слабые для дуэли класса, а Демон Хантер сильнейший класс для дуэли. Поэтому тут, конечно, довольно все однозначно получается. Тут все получается довольно однозначно. Итак, стан по Амиде, пошел взгляд, пошел второй стан. Я, кстати, выхожу, получается, следующий. Я выхожу следующий, даже у меня даже демпинга нет. У меня даже нету демпинга, что у меня за тринки? Ну, тринки у меня не такие, какие я бы взял против Демон Хантера, да и таланты тоже. Но, как бы, ладно, что делать? Как бы, ладно, что поделаешь? Клетку я постою. Повешу упоение боемности. У меня есть стигеля. Я буду использовать два подряд, чтобы не снимали с меня заряда. Сразу буду два подряд вливать. Я дам дизаром в эти фулы. Опа. Произошел взлет.
куда он, блядь, как я неудачно ушел, очень неудачно, я не видел, куда идти. Точнее, видел, но какую-то хуйню сделал. Великолепно. Прокает у меня оберег. Я нажимаю фуловую хилку. Я фул прохилился на фул. Так, у меня сейчас катится тринка танковская. Она, кстати, не буржится, поэтому она в этом плане, этим она хороша. Это ее плюс. Попробовал поймать стан, но не получилось. Я сейчас дам чарж, дам стан. Прохилюсь еще чаржем. У меня откатился, я вижу, у меня откатился. Откатились два тигера, сейчас будем их выливать. Закроем эту мету. Закроем эту мету, вольем два тигеля подряд. И мне, к сожалению, просто не пробить демон хантера. Я уйду за столб, но мне просто не пробить. Окей, сейчас я открою с чаржа. Вот сейчас я его сделаю, прежде чем он сможет его заэвейдить. Так, у меня есть стан на следующий. На следующую мету у меня есть стан. Но я закрою, как бы, но... Да. Дам last stand. Дам по себе тигель. Все, я сдох. Все, я сдох. Ну, ничего не могу сделать этому Демон Хантеру. Сделать ничего не могу. Джензар жесткий Демон Хантер. Жестко заряженный, жестко сам играющий. Поэтому сейчас будет от него, возможно, что и минус 5. Возможно, сейчас будет минус 5. Всего лишь 10% демпинга. Джензар тащит на ДХ. Окей, Бладина отчаянно пытается выжить. Но получает стан. И совсем нет хп. Совсем нет хп. Все. Все. Нам сделали минус 5. Джейнзар сделал нам минус 5.